Вот. Черничную вареньку, майонез, тоненькая, классненькая. Ого. Краюшки подошли. Тыквы просто обалденные. Видите, сколько пены? Капучинатор шикарный. Сразу затвердели, потому что сырки холодные. Найма. Но они видишь? Ядовитые, походу, вот эти, которые яркие. О, я буду человек-паук, если он меня укусит. Ага. Ребята, всем доброе утро. Я с утра уже снимала видео, делала масочки и помыла голову. У нас снова просто великолепнейшая погода. И я тут уже с самого утра готовлю завтрак. У нас хурма, потому что вы посмотрите, вот она трескается сама по себе. Надеюсь, вам видно, вот так это выглядит. Сейчас покажу. Приготовила нам кушать. Вот, просто трескается от того, такая она спелая, представляете? Вот ее никто не трогал, она ночь лежала, потрескалась. Это вчера вот Саша покупал. Будем, в общем, завтракать хурму. И также подготовила шоколад. Буду сейчас растапливать на сырки. Я вчера массу саму сырковую сделала, я домашнее делаю сырки. Рецепт есть уже на канале в Инстаграме, в котором еда. Вот она сама масса, сейчас буду лепить сырочки. И вот здесь еще хурма, вот эта вся тверденькая, которая, вот сорт такой яблочный, шоколадный королек, вот называется вот это, а вот это бычье сердце, по-моему. И мандаринки еще вчера не успели попробовать, надо будет попробовать. Грузинские мандарины пошли, представляете? Купила шоколадки, вот такой горький шоколад. Сейчас быстренько это все растоплю, и все. Сразу две шоколадки отправляю вот сюда, третью пока не буду, думаю, достаточно. Шоколад растопился, дальше все просто. Окунаем сырочек и готово. Вынимаем и кладем застывать. И так каждый сырок. Все просто. Вот видите, сколько еще шоколада осталось еще на такую партию. Это те, которые я только что окунула. Это те, которые уже полежали, видите, сразу затвердели, потому что сырки холодные. И шоколад быстренько так твердеет. Такая вкуснятина получается. Теперь взбиваю еще капучино. Отдельно сначала молочко. Вот столько было молока, вот столько стало после капучинатора из Икеи. Он реально очень классно работает. Прямо вот рекомендую. Вот, видите? И теперь сюда доливаю кофеек. Оп. Оп. Красота. Я делаю без сахара. Если бы с сахаром, то можно было еще сахар тоже сразу растворить. И корицей посыпаю. Готово. Чуть-чуть грязненько, правда. Зато посмотрите, какая вкуснятина получилась. Видите, сколько пены? Ну, обалдеть просто. Капучинатор шикарный. Привет. Доброе утро! Ого, какие они красивые! Просто восхитительные! Да, сырки классные. Ты надо потому, что их окунать, а не мазать. Я раньше мазала. Еще со вчера с ужина оставались овощи, гриль решила доесть. Сделала соус к ним такой. Приятного, в общем, да, аппетита. Будем завтракать. Всем, кто тоже кушает, желаем приятнейшего аппетита. Я собралась, оделась. У нас опять тепло, поэтому я в футболке. Юбку одела сегодня вообще полегче, такую с пуговками. Вот. И выходим. Саша тоже в батнике. Теплынь у нас, теплынь. Пойдем, пройдемся, подышим воздухом. Да. И в магазин надо сходить. Гуляем по аллейке. Да. Смотрите, как тепло в Краснодаре. Сейчас я вам покажу, как тепло. Вот так вот тепло. Смотрите. Вот так вот тепло. Найма. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вообще, ты покажи, где это находится. Тут просто пустырь не застроенный. Да, но тут просто еще двух домов или трех. Тут просто нет дома. И там люди постоянно устраивают шашлыки. Ну как бы дома. Дома. Я не знаю, как вы, но мы считаем, что это стрёмно. Я думаю, у него свое мнение на этот счет. Саша говорит, что погода изменилась, и по прогнозу обещают, что... До ноября еще будет так тепло. Да, до 31 октября вот такая погода, плюс 25, и вот так вот тепло, что прям ходишь в маечках. Ходишь-бродишь. Да, ходишь-бродишь. Ого, смотрите, что.
А? А? Москвич. Причем, походу, оригинального цвета. Выглядит будто прям оригинальный. И у него там Ленин сзади. Это бюст Ленина прям. Серьезно? Смотри. Супер-мега ретро. Вот это мощь. Да. Смотри, как красиво тут все усыпало уже. Ну, да? Правда, деревья зеленые. Ну да, чуть-чуть. А так очень красиво. В целом можно представить, если прищуриться, да, что осень. Классно. Да, вообще здорово. Вообще. Он красив и знает. Интересно, что он делает. Да как, жучков там ищет. Трикоску ловит. А ну, позови его. Ты не... У него ухо как створки. Он просто прикайфовал, такой думает, да. Вот это погодка. И я уже дома, Саша поехал дальше. И знаете что? У меня же тут хэллоуинские декорации. Я хотела сегодня, вот здесь, я же вчера застелила стол, хотела здесь поставить композицию осеннюю, но мы вчера не нашли, вот не знаю, кто меня давно смотрит, в прошлом году у меня была из рябины еще таких ягодок, в общем, Саша сегодня еще поедет, посмотрит, и тогда, наверное, завтра я уже буду украшать вот этими всеми хэллоуинскими из Фикспрайса. Мне еще надо найти, где-то у меня еще всякие хэллоуинские штучки, вот этот паучок мне нравится. Паутину вообще первый раз будем пробовать, не знаю как, но потом посмотрите вместе со мной. Тыквы просто обалденные. Там еще помимо тыкв были привиденьки и надписи «Бу», а здесь вот тыковки, видите, и такие летучие мышки. Еще были кровавые руки с капельками крови, но я выбрала тыковки, потому что хочу их повесить. Ну, как бы и по-осеннему выглядит, я их, наверное, всю осень снимать не буду до самого Нового года. Тыковки прям прикольные. Блин, запахло пиццей, я появился. Ну, я хочу сейчас на всякий случай, чтобы он стоял. И вернулся, и у нас тут пицца на чудесном тесте. Тесто классное, будет рецепт обязательно в Инстаграме. Вот, морская сегодня пицца. Да? Да. Приятного аппетита нам. Приятного. Да, она вот такая тоненькая, классненькая. Ого. Краюшки подошли. Ну да, на тонком тесте. Супер. В общем, всем желаем приятного аппетита. Итальяно, мама. Баклажаны. Очень тоненько баклажаны. Тут еще каперсы. Перец, каперсы, нори, помидоры. Базилик, томатный соус. Возьму зажаренную парочку. Вот дома темно, а на улице вот только закат начинается. Посмотрите, как классно. Закаты сейчас каждый день красивые, потому что погода ясная. Видите, как красота какая. Супер. Привет! Саша принес. Смотрите, купил какие в магазине штучки. Прям реально улитка? Да, тут прям все очень по-настоящему. Я нашла муравья. Паук? Муравей уже отправлен в окно на травку. А где паук-то? Паук зеленый нашли. Вот такая куколка и улитка. Тут прям живность и просто и офигеть. Это только название у нее такое, милая куколка. В магнит зашел, купил черничную вареньку, майонез, томатную пасту. Завтра снова пиццу буду делать. Смотри. Нет. На тебя? Да, смотри. Приближаешься и смотри, что он делает. Он зеленый. Сейчас я его на листик возьму. Носи его. А? Смотри. Вообще жесть. Но они видишь? Ядовитые, походу, вот эти, которые яркие. О, я буду Человек-паук, если он меня укусит. Ага, да. Да? Ты там все ветки потряси, вдруг там подожди. Еще такие есть. Ну вот, в общем, сейчас удаляем живность из этого всего. Будет композиция красивая. Завтра как раз уже все буду к осени делать. Но надо все это в водичку поставить, цветочки. Так, что еще купил? В общем, и оливки. Сейчас будем их кушать, может, на пиццу оставлю. Тут паук у тебя уползает. Сделали чайку. Пойдем что-нибудь посмотрим и будем отдыхать. У меня сырки. Такая черная смородина, жидкая варенька. Саша себе порезал. Черника. Симпсонов опять, наверное, будем смотреть. Черника это? Да, вот эта черника, протертая сахаром, она очень жидкая, но зато тут только черника и сахар в составе, и больше ничего, поэтому мы ее любим.
В общем, будем мы, ребята, с вами прощаться. День был длинный, завтра будет вообще интересный день. Буду тут все украшать, поэтому увидимся. Веселиться и плясать. Всем пока. Завтра. Всем пока-пока. I could be the best thing in your life.